Пойдем рыбок посмотрим. Класс. Оформим? Вначале было бесплатно в прошлом году, когда только запустили их. Ой, там у них даже ворота есть. Ну да, ты бутылочку берешь, покупаешь и кормишь, когда заходишь и кормишь. Слушай, это все каплями воды. Вот. Золотая рыба. Давай я подниму тебя. И карпы. Видишь? Вот так? Да. Да я ее заедам, я выведу. А рыбки хотят кушать. Да? Плавают, хотят есть. Но это золотой рыбки, можно загадать желание. Да. Следи, чтобы не сразу посмотрел. Ходите поздно. Проходи. А просто не будешь двинуться? Нет. Николай, пожалуйста, возьмите, пожалуйста. А каких ты еще знаешь? Пираньи. Пираньи не сытые. Живухи, они кожаные. Папа, посмотри! Что? Папа, смотри! О, рыба молот. Акула молот. Она еще глаза не выпустила. Но мы сейчас пойдем туда, и там просто еда. Ой. Кира, иди к нам. А там можно почитать за акул, которые здесь в аквариуме представлены. Вот. Тихо. Морская звезда, да. И вон еще звезда, и вон еще звезда. Нет. А вон рыбки, глянь, какие. Да. Вот звезда, вот звезда. И вот звезда. Вот звезда. Вот звезда. А здесь вот и море, смотри. Мне всегда было интересно, смотри, звезды морские, вот, которые продаются, они же твердые, как они ползают. Они же твердые, у них же панцирь. Они высыхают просто. И у них 5 волн. Ну, а это самое, для них сколько прям вообще. Да, и здесь. Но все равно, чтобы ее высушить, ее же не могут снять снежку и высушить, правильно? А вон, гляньте, рыба спряталась. А вот еще 2 рыбы, смотри. Лежит рот какой. Мама, а вот еще одна в камнях луна. Даже 2 там. Одна белая, а другая черная. самая большая птица, а вот 50 лет огромная. Это бесценно, представь, сколько она стоит. Получается увеличительное, да? Немножко, да. То есть, наверное, на самом деле там плавают такие козявки. Они смотрят. У них ротик так вытаскивается, смешно. Мам, смотри, это что, это руль, что ли? Руль. Ой, гляньте, какой маленький черник его возле Киры, как дракончик. Ого, вот так круто. Надо было тренироваться. Почему больше такие ужасные? Это бычок куплен. Это духа, это вот куплен, а это сама. А куплен труба с водой. Со вспышкой нельзя, мама, да? Нравится? Да. Класс. Ты довольна? А тебе пирожными пахнет. Пирожными? Да. Пирожными пахнет. И вон еще одна. Да? Это так положено, видишь? Это, наверное, Москва-река. Да. Лопата, бутылка. Куда плывем? Крабики. Не боишься? А? Эх, ты здесь. Большой краб. Папа. Он ты на бар. Скажи, давай реакцию. Рыбки. Это они там едят так? Да, вот, гляди. И вот еще. Сидит. Вот. О, теперь тот, видишь, начал активно есть. Этот теперь нет, а тот активно. Они прям... Нравится, Тоша? Ага. Хотя бы... Кто там? тысяч выползла. Смешная черепаха, да? Мудрая. Пойдем, там мальчики. Да. Рыбы-скелеты. Вот видишь? Ну так и вон она еще одна такая белая, вот она плавает. Не, ну это другая белая, а вот эта маленькая такая. Ну вон еще одна такая. Они тоже такие полупрозрачные, видишь, просто толстенькие, эти худые, а потолстенькие. Да, пасть с волнами. Мы посмотрим, как это называется. Аптернатонус белокаёнус. А вот кнопка. Чтобы долбануло? Да. Ой. Смотри. А меня точно долбаете, нет? Нет, тебя нет. Ой. А? Ну, нажала, что-то. И где? Это они так шуршат просто. А-а-а. Чтобы услышать разговор этих замечательных рыб, нажмите на кнопку. Слушай. Соники. Вот. Смотрите, смешная рыба. Ее там слышно. Ну а вот такие плавают. А, не такие. Ну тоже у тебя пятерок. Вниз это. Он рядом. Вон, блядь. А тебе какая больше понравилась, Леша? Вот это? Да. А рыба молот? Вот это, ну, из этого аквариума это. А акула молот? Ну а вообще тоже. Какая? Акула. Или черепаха? Акула молот. Акула молот? Да. Понятно. Электрический. Кто? Электрический уголь. Большущий. Представьте, он как шваркнет. Волосы дыбом станут. Тут, по-моему, тесновато в аквариуме. Ну да. Выживешь ты после этого только или нет? Нет, он же вообще для того, чтобы убивать мелкой, там мелочь всякую надо электрическую. Но бьются они достаточно больно. Веточки, там их целая толпа. Да. А угадайте, что они едят? Мух. Тараканов, вон тараканов. Смотрим. Вон они, лягушки сидят, спрятались. Где? Вот. Вон там? Угу. Не лягушка прямо? Хочу такого. Тритона? Вот такого хочу. Гляди. Тоша, быстрее сюда. Вот такого хочу. Вот он, вот у него мордочка такая смешная. Хочешь такого? Вот видишь, вот так. Это аксолотль называется. Полезть. А вот, глянь. Да, и что это? Где? Сомики? А, скаты? Нет, это черные. Черные не знаю. Скатик. И сверху. Класс. Кира, иди сюда. Глянь, какая беленькая. Сегодня 9-е. Иди сюда. Вот так лучше. Тут деревья. Не надо тоже руками. Видишь, написано штрафует. Бросание монет и посторонние. Ну и руки тоже, видишь, вот. Руки-то не посторонние предметы. Ой, гляньте, он кушает растения, вот. Видишь, ротик засовывает себе щупальцы. Разгибает? Да, прямо внутрь, как жик-жик. О, вон шевелит щупальцами. Смотри, смотри. Вот. Гладить можно их, да? Погладить можно, но они кушают сейчас, на самом деле. Они не могут так кушать. Быстренько они кушают, потом подруги туда жестко. Ой, маленькие скотинки. Если не покушают, их можно потом потрогать. Это не скат, там черпост ракообразный, скат в благословении. Он прям какой-то твердый такой, кажется. А это... И акулы тут есть, видел? А? Акулу видел? Тебе плывет, Тоша. Сейчас на тебя нападет. Ее можно погладить. Он там маленький, погладить не хотите? Тоша. Это синий немо, а это раки. Видишь? Ага. А вот рыба-игла. Ага. Тебе самому хоть нравится? Ага. Пойдем еще акул посмотрим. Сейчас еще. А вот, глянь, какие большие. Не уехал, а? Куда уехал? Не уехал еще. Ну, потому что он еще у нас будет. Гулять будет с тобой. И завтра будет? Да. Так что, еще 3 дня? Много еще дней. Целый месяц. Целый месяц? Довольная? Да. А вот там он такое чувство, что он храпит, да, такой? Озвучка. Класс. Довольная. Вон дельфин, видишь? Вот, глянь. касатки. Вот еще одна. У меня них там прям много. Ну конечно. А? Ну да.